черный чай из 3 пакетиков на стакан воды – отличная экозамена средства для мытья стекол. Смешайте пополам уксус и жидкость для мытья посуды, и вы отмоете любое пятно в ванной комнате. Пятна от воды и известковый налет легко удаляются с помощью кусочка обычного лимона. Более трудные загрязнения возьмет уксусный компресс, оставленный на 30 минут. Если не любите мыть стаканчик для щеток, можете просто отправить его в посудомоечную машину. Если налить уксус в бачок и смыть, он капитально почистит унитаз от грязи, бактерий и даже плесени. Плюс можете проложить его туалетной бумагой, смоченной в уксусе. Ёршик для унитаза и подставку легко содержать в чистоте, если налить в него средство типа Доместоса и оставить на полчаса. А что об этом думаете вы, пишите в комментариях. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.